Ну, вы знаете, Евросоюз давно уже кричит, что будет помогать Украине, но на деле оказывается, что это не так, да? Те займы, которые готовы дать Евросоюз, они дают не просто так, они взамен требуют тоже многого. И рассчитывать на то, что Евросоюз ждет Украину и будет помогать, посмотрите, что происходит в последнее время. Евросоюз просто отказывается, и только Россия, та страна, которая действительно что-то делает. Евросоюз, он только пока что говорит, что мы дадим какие-то займы, что мы вам будем помогать, а на деле оказывается, что Украина еще и должна будет, как и есть.